Алло. Сутокин. Да. Михайлович. Ну, я второй раз навалился, ему разодрал чуть-чуть по корме. Есть мысли, блядь, больше военные, а не буксир. И они тогда становятся точно военные, маневренные, они начали маневрировать быстро. Лево на борт, есть. Михайлович, команда руководства пограничной службы ебашит их так, тараном, короче, чтобы нахуй повредить все. Это оперативная группа, капитан Басов. Москва уточняет, кто совершил навал. ПСКР Дон. ПСКР Дон, в отношении кого? А-947. Принято. В точке, точку. Сейчас штурма будет. Иди сюда. Командир ПЧ-1, повторю. Точки дайте, в каком был совершен навал и в точке, в которой вы сейчас находитесь. Значит, первый навал 44-56-0.